Ай! Ай! Спартак. Чаша. Но покрыть? Нет. Что это? Вот вышли погулять. Наконец-то хорошая погода. Смотрите, батуты поставили. Нашего ДК, я его вам постоянно показываю. Барни сегодня конкретно получил. Он взял, короче, и испортил Кириллину новую игрушку, вот эту куб, которую я вам показывала. Представляете? Кошмар. Был бы сейчас Кирилл постарше, мы бы пошли с ним прыгать на батуты. Да? Ходила я, кстати, на эту к нашему врачу. Мы 7 месяцев не были, у нее она болела, я что-то к другим врачам не люблю ходить. Вот. Сходили сейчас, она нам сказала, чтобы мы давать начали творожок уже. И что еще? А, мясо. Короче, все мясо она назвала, кроме, по-моему, свинины. Вот. Ну, может, она его вообще забыла назвать. Ну, короче, она сказала, мясо по чуть-чуть можно все давать. И... Насчет сока сказала, что лучше осторожнее, лучше его водой разбавлять и лучше самим вообще делать сок. Ну, без проблем. Нам только надо фрукты научиться покупать, а то я все время в магазине забываю овощи и фрукты купить. Я не знаю, как это. Вот. Мы идем гулять. Посильнее чего-то его. Только чтобы он не упал. Вот она радость, да, Кирилл, в жизни. Довольный такой, что ты ловишь. Нравится тебе на качелях качаться? Ты мой зайчик. Посмотрите, какая тут школа современная вообще. Видите? Просто офигеть. Я так не могу загадывать, но если мы останемся жить здесь, то я бы хотела, наверное, чтобы он в такой школе учился. Я надеюсь, что преподаватели там будут соответствующие. Самое прикольное то, что мы вообще одни на площадке, посмотрите. Почти никого нет, там мужчина один сидит и все. Весь район почти пустой, потому что здание еще строится. А Кирилл до сих пор радует, да, смотри. Кирюха, сыночек, ты мой зайчик. Привет, привет, привет. Привет, 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 привет. Привет, привет, привет. Мальчик. Хулиган, да? Серега в цвет прям качелей. Да? Синенький. Я спала в детстве. Тупая собака его забавляет. Он не видит такую собаку. Нет, круто. А еще, кстати, Серег, знаешь что? У них вот здесь вот будет такое резиновое покрытие. Барни сидит. И Кирилл подтягивается. Своё. Молодец. Вот как. Ну сам держится, офигеть. Вот это у тебя хватка. Да, молодец. Только не кусай. Не надо. Давай, Кирюх. Во как, уже 3 раза подтянулся. 4 раза подтянулся. 5 раз подтянулся. Молодец, моя солнышко. Молодец. Тихо. Все, отпускай, Кирилл. Пойдем да. Кататься. Кирюш, отпускай. Смотри, держится. Сам держится. Иди, привет. Ты мой сладкий. Ему, кстати, нравится. Ну еще бы, мне тоже понравилось. Тихо, а то его стошнит. Давай, я, чтобы тебя страховать, сам тоже. Давай, с папой будешь кататься. А меня тоже качай. Всех качай.
не можешь жирного толкнуть, да? Да ладно, серьезно? Ой. Сейчас Кирюх по новой пойдет. О! Это Кирилл называется центробежные силы. Аптеку, видите, одобряет Владимир Владимирович. Здесь. Самое главное, теперь можно спокойно идти. Вообще, смотрите, какая красота тут прям. Классно здесь. Вот там вот старый микрорайон через дорогу, а вот здесь новый. И вот такая вот красота. Смотрите, какая аллея. Там новые дома. Короче, Сережа одобряет. А Сережа редко что-то одобряет. Ну вставай, сынок! Вот как почти! Сил в ногах нет еще. Мы едем отвозить Барни на дачу. Вот он, Барни. Скажи всем привет. Вот, сейчас отвезем Барни. И еще я с собой взяла... Смотрите, что это. Многие, наверное, не знают, что это такое. Это кассеты. И раньше видео записывались вот на такие вот кассеты. И у нас, понятное дело, нету уже кассетного приемника, а на даче у Сережных родителей есть еще телевизор с кассетником. И я взяла из дома свою детскую кассету. Здесь написано «Домашние шедевры Чугуновых», часть первая, это моя фамилия была раньше. И написано «Полина, домашние видеозаписи». Здесь есть, как меня выписывают из роддома с мамой. Мы выходим, папа меня там на руках несет. Ну, как я расту, взрослею и так далее. Короче, прикольно. Я хочу сейчас посмотреть. Представляете, у нас сегодня у Кирилла, мы были с утра на грудничковом плавании. И там есть такое задание, когда я его вот так на руках держу, голову его кладу себе на руки, и он на спине плывет. И он когда плыл, он открыл вот так рот широко. И я увидела, что вверху у нас вылезло 2 зуба, представляете? 2. Это вообще, по сравнению со 2-м зубом, который не... Очень тяжело у нас лез и с температурой, и с капризами и так далее. Эти 2 вылезли просто вообще незаметно. Я с одной стороны очень обрадовалась, с другой стороны думаю, что же из-за мать такая, даже зубы не заметила, что они лезли. Но я видела, что он так, знаете, он язык сейчас часто высовывает, как раз он так вот вверху чесал эти небо. Но я думала, что это еще не скоро, а тут, представляете, и сразу еще 2 вылезло. Короче, я очень рада, что фу-фу так безболезненно они прошли. Такие вот у нас новости. И нам сегодня 8 месяцев. Представляете? Я вообще не верю. У меня такое ощущение, что, не знаю, недели 2 назад я Кирилла забирала, мы с ним выписывались из роддома. Я не помню, кстати, период, как я ходила беременна, но я прекрасно помню, как я выписывалась там из роддома и так далее. А как будто беременная была какой-то прошлой жизни. Поэтому это так немножко странно. Но приятно. Вот, все. А то Кирилл капризничает. Сейчас буду с ним играть. Барни, иди сюда. Иди. Я хочу посмотреть, как ты залезаешь по лестнице. Барни. Барни. Молодец. Смотри, Сережка прибежал. Все, мы, короче, сейчас будем настраивать. А что, я уже все настроил? Уже все настроено. Это я маленькая. Только с самого начала. Это конец самой кассеты. Надо перемотать. Уже наконец-то домотали. Все. Тирок сказал, что я похожа на маленького негра. Мы тут смотрим, как... Я... Сколько мне уже? 4 года, короче, и сестре моей 2. И там папа мой отжигает. Вообще, смотрите. Вот, в красном платье это я. И папа мой, посмотрите, как танцует. Какие-то, реально, мы с Сережей ржем, что он танцор от Бога. Ну все уже, смотрите, какой вечер. Смотрите, какая красота там.
И мы все едем домой, посмотрела я все видео. Вот, Барни остается здесь. Так что завтра у меня генеральная уборка. Ну, все, всем пока. Спасибо большое за просмотр.